Кто там первый хотел показать? Тот, кто не успел? Всем привет. Это Денис. И Денис сделал свои любимые морепродукты. Это сашими, тунец, это лосось. Почему, как я это только делал, все пишут в перископе? А это Дима Яшанькин, который подал прекрасную идею показать это все в перископе, а я ровно на 15 секунд его опередил. Настя, привет! Это сашими, лосось, тунец и перец. Я снимаю перископ с перископа. Мы сыроедим. Как вы относитесь к... Привет. Штангу уже продали. Салам Яшанькину. Всем привет. Маша у нас делает макарошки. Как у Сережи с Настей? Не знаю, надо спросить у Насти. Где морепродукты покупаем? На ближайшем рынке. Ой, ребят, столько много комментариев. Какое здесь блюдо вкусное? Все блюда очень вкусные. У Дениса тут происходит заодно фотосессия. С едой. Самая тупая фотосессия с едой. Почему? На самом деле Дэн уже четвертый раз здесь готовит, и все очень ему за это благодарны. Улетаем завтра вечером. Ребят, я его и показываю. Вот Дэн. Вкусняшки будет. Связь плохая, как всегда. Шестая серия выходит завтра. Пойдем посмотрим, что у нас там вообще происходит. Так, Яшанькину привет с Тернополя, он услышал, где Сильверстов, где он у нас, где он у нас, где-то здесь. Так, тихо, здесь идет съемка Азамата, где здесь Сережа? В тайне пили, причем качество ужасное, потому что все вышли в перископ. Так, здесь идет съемка, поэтому мы не мешаем и возвращаемся обратно на кухню, чтобы посмотреть маленькие, вкусные, прекрасные моменты. Константинович. Здравствуйте, уважаемые. Смотрите, это я. Ах ты, елки-макталки, ты посмотри.